Кажется, что в соцсетях есть уже почти все. От наших бабушек до Бритни Спирс. И когда кто-то удаляет свой аккаунт, это вызывает много вопросов. Так, на прошлой неделе Тимати закрыл свой Инстаграм. О том, почему он это сделал и кого из артистов до сих пор вообще не найти в соцсетях, смотри прямо сейчас. Если вы не подписаны на Тимати, то полистать его фотки пока больше не получится. Рэпер закрыл свой Инстаграм. Причина якобы интернет-конфликт с другим рэпером-американцем Талибом Квели. После словесной перепалки Тимати ограничил доступ к аккаунту. Для Ольги Бузовой ее Инстаграм — это не только способ побаловать фолловеров фото в купальнике, но и возможность подзаработать. Говорят, что один только рекламный пост на ее страничке стоит от 350 тысяч рублей. Поэтому все очень удивились, когда шоу-вумен вдруг закрыла свой аккаунт минувшим летом. Случилось это из-за неудачной шутки певицы, после которой на нее массово посыпались жалобы. Исполнитель песни Shape of You, Эд Ширан, этой зимой тоже заблокировал свой Инстаграм. Певец объявил, что хочет отдохнуть и отправиться в творческий отпуск, без гаджетов и соцсетей, и посвятить это время чтению и сочинению новых песен. А вот кого из звезд вы точно никогда не встретите в соцсетях. Брэд Питт уверяет, что не дружит с техникой и потому обходит ее стороной. Джордж Клуни предпочитает листанию ленты прогулки по лесу. Брэдли Купер не хочет делиться подробностями своей жизни. Также аккаунтов нет у Дженнифер Лоуренс, Скарлетт Йоханссон и даже самой Анджелины Джоли.